директора компании, акционеры компании, которые не отпускают своих специалистов на такие семинары, они больше теряют, нежели чем что-то выигрывают. Потому что люди варятся в своей каше и не получают никаких знаний. Такие мероприятия нужны, потому что на них присутствовали лидеры отрасли и представители многих компаний. И мы видим, что есть интерес к таким мероприятиям. Из вопросов, которые задавались, я понял, что у людей есть реальные проблемы, которым и они ищут реальных решений. Сюда мне привели определенные вопросы, которые волнуют нас в производстве и на производстве. Вот, и, честно говоря, получила ответы на свои вопросы. Ну, это, конечно, дает определенный толчок, вдохновение, новые силы, энергию для работы в том направлении, в котором необходимо в каждом предприятии. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. It's gonna be a perfect day.